Утро доброе, бля. Вечер добрый, бля. Всем привет, ребят. Меня зовут Владимир, и вы на канале Яновский. Продолжаем Far Cry Primal. Продолжаем выживать. Я рассказывал тебе про Такара. Много солнц он идти. За близубой охотится, но он спасать Сайлу. Она предупредить про Удам. Мяу, мяу. Удам — это племя людоедское. И желательно бы не попасться на их людоедство. Так, мы остановились на том, что нам предстоит шето. Просто идти вперед. У нас же есть какой-то квест. Мешок, помощь. Так, я так понимаю, нам нужно открыть ключевого персонажа. И при этом... желательно спасать земля Уруса. Земли Уруса велики, Такар. Я научу тебя делать карты и видеть больше. Так, ну здесь речь, я так понимаю, вот об этом, да? О том, что она нас будет учить вот здесь. Вот это вот все. Открытие земли больше. Классно, когда мини-карты нет. Открывать какие-то земли. А что по навыкам в целом? У нас ноль. Ладно, а цель можем себе поставить какую-то? О, кострище на Кути. Захватить сигнальный костер, сложность низкая, награда немного опыта, прирост населения, дополнительное быстрое перемещение. О, ну пойдем туда, хорошо. 600 шагов босых. Итак. Я знаю, что здесь есть стелс. Да? То есть мы можем подкрасться и незаметно победить. Ага. Интересно еще посмотреть, восстанавливаются ли силы, когда мы спим. Потому что вот сейчас мы как бы усталые. И когда мы пробегаем некоторое количество дистанции, мы начинаем что-то кряхтеть. Вот этот вот внизу все у нас падает. Выносливость падает. Настроение падает. Опа. Так. Ну хорошо, давай оставим пока копье. Копье гораздо эффективней, чем обыкновенный лук. Не горящий при этом. Мы пока никого не умеем приручать. По идее... Мы кого-то сможем приручить. Нас кто-то должен этому научить. Так. Это секретное место. Мы открыли его в тот раз. Такар. Бери. Ольху. О, а там что? А там как будто бы ничего. А вот здесь как будто бы кабан. Давай немножечко стрельнем кабана и пройдем поверху. А что здесь? Это кабан? Кислорода нет. Очевидно, мы начали бы задыхаться. О, синий гриб. Давай возьмем. Ничего не знаю про синий гриб. Скорее всего, понадобится в каких-нибудь рецептах, может быть. Так, что по кабанам? Где-то вот здесь водятся кабаны. По крайней мере, пока я их не вижу, но слышу. Опа, это не кабан. Но я возьму. А чё? А, все понял. Мясо? Отлично. Сели, поели. Кабана не вижу. Кабан. По идее, я вот прям сейчас где-то прям где кабан. Тихо. Прям где водится кабан. Только что-то он тут не водится. Окей.
Может, кабан? Ну да. Так, это тоже не кабаны. Ай. Ай-яй-яй. Ай-на-не. Хоба. Ну, я не вижу кабана почему-то. Зато увидел какую-то гиенку. А вон что? Не пойму. Да это тоже какое-то травоядное коза, да? Как? Ну как, Токар? Ну мы же стреляли по прямой. Вперед, без баллистики. Не вижу кабана. Как говорится, никакого кабана. Может быть, они приходят позднее? Ну, типа вечером. Или, например, рано утром. Ждать мы их, конечно же, не будем. О! Странно, эти пещеры даже никак не обозначены. Сюда вообще можно? Ну, некие кости мы взяли. Довольно пустовато. Еще кости. И еще. Че-че-че? Че сказал? Че-че? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой! Один? Я надеюсь, один? Нам больше не надо. Совсем прям. А чем мы вообще сюда пришли? За костями? Так у нас уже полно. Есть ощущение, что... давай подожжем. Ага. Ой, ну и... Яд. Вас могут отравить. Понял. Туда нам не надо. Ну, видимо, не сейчас. Или не сегодня. Или даже не знаю. Ну, на карте это место никак не обозначено. Возможно, из-за выживания. Из-за режима выживания. Ну, посмотрим, как пойдете. Не, кстати, едой мы можем восстановить полностью, да? Только надо очень много и часто есть. Так, мы хотели пройтись там поверху. Я не вижу ни кабана, никого, одни козы. Ну, волк еще был. Ну, волк был весьма себе эпизодично. Но эпично. Кто-то где-то бегает. Но это как будто бы и не кабан совсем. Довольно пустовато. А где все вообще? Алло! А, ну вот мы и наверху. Опа, это что такое? А, это кабан. Тем временем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, хорошо-то как. Ой, хорошо. Как говорится, бью в глаз, не порчу шкуру. Хорошо. Да поели-то как сладко. И копье даже. Так, а что, кстати? Давай изготовим. Пока на это есть время. Копье имба. Судя по всему. Это что? А, все понятно. Кошки-кокошки. Давай сюда. А, ну все правильно. Так, ну а вот и гиены. Так мы же уже мочили гиен, правильно? Я правильно их назвал, гиены? Какие-нибудь... А, дикие собаки. Как-то маловато. Я думал, что здесь будет много хищников. В режиме выживания. Пока. Это кто?
Блин, серьезно? Тихо. А копье сломалось, да? Небось. Ну-ка. Ай-яй-яй, хорошо. Я думал, кабаны будут нас атаковать. Но кабаны решили, что оно им не надо. Один даже мое копье унес. Кстати, а что, его следы есть где-нибудь? Я же попал в него, по идее. Да что-то нету. Это еще что? О, это можно атаковать. Ладно. Так, ну нам куда-то сюда. Чего? Кто шуршит? Довольно пустовато получается. Разожгите сигнальный костер. А вон там? А, давай. Поджечь. А мы так дострелим? Ну так, по фану. Попали. Так. Численность винжа увеличена. 400 очков опыта. Захватывайте сигнальные костры и вражеские аванпосты. Вы разблокируете новые точки быстрого перемещения. Также можете быстро путешествовать в деревню, чтобы строить или улучшать хижины. На М. Так, и движение по этому. Плюс 5 винжа. Так, и чё, и чё, и чё? А чё насчет врагов? Тут не должно было быть врагов? Или мы немножечко схитрили? Немножечко немало. Это чё? Ой, а зачем нам сюда? Нам сюда не надо. Это что такое? Тайник. А, тайники. Тайники — это место, где хранятся ваши ресурсы и предметы. Значок вот такой-то вы можете найти на карте. Доступ к тайнику вы можете получить в деревне. Какие-то тайники. И чё? Я из этого что-то должен забрать? Я не могу. У меня типа все полное. Хм. Ресурсы деревня. Шкуры. И чё? А как? Это все у меня есть, да? Ну ладно. Есть так есть. А это чё? О. А, вот это теперь мы наконец-то взяли. А, ну вот мы и дошли, собственно, до быстрого перемещения. Ну пойдем до шамана Тинсея. Опять низкая сложность, опять опыт в награду. Погензали. Погретали. Куда? А, он туда. Ну хорошо. Ну, тем временем мы, в общем-то, восстановили свою усталость. Нам бы третью ячейку здоровья было бы вообще здорово. С удовольствием бы получил. А где людоеды? А? Они, в общем-то, представляют опасность, в отличие от кабана. А? Чего? Кто-то где-то топает. Было бы здорово увидеть его первым. Ага, все понятно. О, какой-то красный цветочек. Ночь. Ночью темно и опасно, видимость падает, а многие хищники выходят на охоту. Совершайте ночные вылазки, чтобы искать уникальных зверей, растения и коллекционные предметы. Серьезно? Как поджечь оружие на кью, та-та-та-та-та-та. Ну понятно, как поджечь мы уже в курсе. Ну пока не ночь, пока вечер. Интересно, насколько быстро здесь становится ночь. Это кто? А, окей. Нет, не так. Давай вот так. И пяу. Хорошо. Все-таки попал. Это кто? А, это сланец. Напугал меня. А где коза моя? А, вот она. Шо? Да мы вообще отъелись. Это коза или волк? А, коза. Окей. Ну нет. Не в этот раз. Тихо.
Вот сейчас прям конкретно уже. Это уже точно не козы орут. Ой, медведь. Не-не-не-не-не, обойдемся. У нас нет ни оружия, ни смелости в достаточном количестве. Потому что нет оружия. И здоровья всего два слота. Давай мы просто пока спокойно прогуляемся. Можно так? А то будет разорвано что-нибудь. Еще и медведем. Так. И че, 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 че? Ага, ага. Это что такое? Это что за аномалия? Чего? Рука чья? Да почему так быстро исчезла? Я не успел прочитать даже. Ой, не стоило. Не стоило. Создадим. И еще. О, и копье, кстати. Ого, так долго. Стоп. Я говорю, копье можно? Мы сейчас создаем копье или где? Что это было? Создали, все, окей, окей. В деревню надо, да? Ой, в деревню, в пещеру. В деревню рано. Волки орут позорные. Это что? О, да? Ого. Тайник? Типа того? Так. Бэттрипы. Сильный дух, сильный дух. Ты избранный. Почему, интересно? Ты кто? Человек-волк. Человек-волк? Я Тинсей. Ха-ха-ха. Понял. Я звать сильный дух, медведь, носорог, тигр. Затем появиться ты. Я знать безопасное место. Ты иди туда, Тинсей. Отдохнешь там, поспишь. Руку. Я бы не стал. Руку! Кровь. Чтобы видеть, как духи. Вот так и умирали в древности. Купите сосуда жизни? Да. Убави, Такар. Такар, пить. Убави. Пить. Пусть твой дух свободным быть. Пусть ходить куда хотеть. А вот и бэттрипы. Подъехали. Так, мы очнемся хоть. Видение. А, мы в видении. Куда мы должны идти? Звери, меня не пугать. Найти проводника. А, следуйте за проводником. Куда ты вести меня? Ага, вот мы уже и летим. А, окей. Окей. Так, мышь здесь не работает. Так, вниз это вниз, вверх это вверх. Без инверсии. Я сказал без инверсии. Ой. Ой. Это что, елки под водой? Это что, рыба среди елок? Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Так. Отлетались. Вроде как. Дальше ищем. Красота, конечно. Но вот очнусь ли я после этого? Бежать мы не можем. Но присесть можем. Здесь что? Нужен будет стелс? Проводник, интересно. Ты показать мне. Что показать? Опять полетели. Опа, 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 опа. Аккуратно, аккуратность. Я так понимаю, здесь можно врезаться, да? В что-нибудь. Ух. Куда летим-то? В водопад прям? Ой! Почему? Не понял. Ага. То есть мы долетели до контрольной точки. И в что-то врезались чуть-чуть. Ё-моё. Это еще что такое? И снова мы куда-то падаем. Этот проводник должен меня отвезти куда-то в мир духов? Может быть, он научит меня приручать сов? О, барсуки. Подъехали. О, сутулы подъехали. Здорово. Так. Следуйте за проводником. Ну, погнали. Миша, как жизнь, как мед. О, приручить. Не дракон, конечно. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Че, не приручается? Это что за свистулька? О, теперь быть моими глазами в небе. Такой... Введение зверь завершено. То есть, ну, мы в видениях научились приручать сову. Так? Здесь что, будут разные совы? Ты починить сову? Сон. Не сон. Дух совы называет тебя хозяином зверей. Хозяином зверей? Да, ты иди, хозяин зверей, усмири диких духов, заставить их помочь тебе. Что-то корябает там. Он пойдет к нам в деревню вообще или нет? Хозяин зверей, ты укротить сову, сможешь укротить воющего зверя? Сможешь укротить воющего зверя? Ты найти белого волка, вожака стаи. Только ты укротить его дух. И сейчас мы идем укрощать волка? Белого волка? Убейте захватчиков и спасите пленников. Чего? Далеко? Ой. Ой, как будто бы даже очень близко. Так. Можно хотя бы раз стелс? А? А можно? А они вообще куда? Один что? Эй, тихо-тихо, пожалуйста. Так, а он как-то... Никак, да, не определяется.
Поджигать ничего не будем. Я надеюсь, их двое, а не трое или пятеро, как это обычно бывает. Так, о, другой разговор. А где ты? Ладно, ты в траву прилег. Оно нам надо, оно нам не надо. Че там по пленному? Опачки, дяденька с копьем. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Чинь там менжуется. Он застрял. Окей. Ой. А, плюс один, да? А куда делся? Куда делось тело? Эй, укатился, что ли? Марка Катака! Не ори на меня. Марка Катака. А, вот оно что. Найдите логово волков и приручите белого волка. Волк будет помогать вам в бою. А чё сова, кстати? Опачки. Это чё? Шкура кабана? Можно нести две приманки, четыре куска мяса. А следующий уровень? Вот так. Три приманки, шесть кусков мяса, шесть кусков жира. А чё по навыкам? Один? Один маловато. Оп-оп. А сколько? Три! Ни хрена себе. Давай три. У меня все равно мини-карты. Нет, зачем мне это? Ну хорошо, подождем. Так. Все, мы обозначили. Кстати, это территория медведя. Кстати, я бы здесь не гулял бы сильно. Не очень хочется встретить хозяина территории. Как ярко здесь, если честно. Что капец. Ну, с другой стороны, мы же не ночью ходим. Это что такое? Может быть, Винджа? Найдено кострище. Появится точка воскрешения. А-а-а, то есть если мы это самое, того-сего, то мы можем тут появиться. Так, разжигать ничего не будем. Кабан? О, есть такой кабан. И... пау. Сильный чертов кабан. Стрелу унес. Получается, что... хотя вроде бы хэт прилетел. Ну нет, так нет. Так, то есть я сейчас так понимаю, я целую стаю волков сразу найду, да? Опа, какой-то тайный проход. Некуда. Мне куда-то сюда. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Кто-то шлепает. Помимо меня. А, это след. А, это волк. Допустим. Хозяин зверей. Удам на волков охотится. О, сова. Z привлечь внимание. Может отмечать противников. Ага, и прокачка тоже есть. Ну, разумеется. О-о-о. Так, тоже инверсии нет. И чё? А она нам сейчас чё, не нужна? Или нужна? А-а-а. С зумом? Сова. Ну, я никого не вижу. Вообще никаких врагов. Подожди, а это кто там? Да тоже вроде. Не знаю, не вижу врага. Мне вообще куда? Мне вообще вон туда. Ну хорошо. То есть у нас сова определяет врагов. А мы их... вот где нужна сова. Ну давай. Посмотрим, как это происходит. Давай пониже. А-а-а. Вот оно что. Хорошо.
Ну хорошо же. О! Здесь есть легендарный фаркраевский камешек, который отвлекает врагов. Которого мне так не хватает в киберпанке. Ну, допустим. Попробуем, как говорится, стелс сделать. Так. Давай-ка бомжей растащим. Это кабан, я надеюсь. А, это олень. Да, Такар, ты чё? Совсем ку-ку. Так-так-так, а вы чё там? Совсем все убежали, нет? Никто никуда не убежал, наоборот. Ну-ка. Услышишь, нет? Ничего себе ты глухарь. Ну-ка, услышь. Я сказал, услышь. Глупыш. Глупыш, услышь. А ты вон туда услышь. Давай, давай, давай. Ой, 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 ой. Ой, 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 как заметно-то все. Чуть. Все нормально, все нормально. Ты на верном пути. Че, не услышал? Да услышал по-любому. Ой, 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 ой. Так. А кто где? Чик-ч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 ик. Ох. Кого ищем, пацаны? Нет же никого тут. Ну-ка. Услышал? Давай. Разведай-ка. Там дальше по-любому кто-то есть. Надо посмотреть. О! Тихо, 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 тихо. Давай, пока. Куда деваются тела? Табак какой-то? Или колдунство? Магические. Ой-ой-ой. Не, ну в темноте все проще. Так. А как ты хотел? Че, вдвоем побежите, что ли? Да не гони. Разорался. Не можешь, ты не можешь меня видеть. Не можешь меня видеть. Аккуратно, аккуратно. Поспать. Получается. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Да куда же ты, глупыш, пошел? Вернись домой. Хей! Да-да-да. Сейчас спалит меня. Есть такое чувство. Нехорошее прям. О! Ворвались из засады, получается. О! Этот остался. Кого использовать как приманку? А, это? Обыскиваю. Не вижу приманок пока что никаких. Этот что? Так, что надо сделать? Ничего не понял. Кровавые следы лап. Ну, пойдем. Что у нас есть? А мы можем изготовить приманку? А, два мяса.
Ну тогда нам нужен кто-то мясной, например. Чё? Сейчас не понял. А почему? Не ясно. Нужно изготовить приманку. Да? Чтобы ее изготовить. Ну, естественно, нет. Ну куда же вы, козы? Да блин. Подожди, а вот это вот что вообще лежит? Не мясо случайно? Ну мясо же, ну чё ты. Так, и чё дальше? Идите по кровавому следу, чтобы подыскать волчье логово. Удерживайте, чтобы использовать зрение охотника. Ну все, идем. Сейчас-то нас выпустят отсюда. С приманкой. Вон, Шанти. О, волки близко. О, я вижу. Одного. Так. Изготовьте приманку, выбрав ее в селекторе оружия. Удерживайте Q, чтобы выделить приманку. Чтобы получить подробную информацию, нажмите, видимо, колесико, чтобы метнуть приманку и подозвать зверя. Пока он ест, медленно подкрадитесь к нему, нажмите E и приручите его. Нажмите B, чтобы увидеть. Серьезно? Так, у меня приманка в руках. Я вижу волка. Волк видит меня. Волк орет. Бросаю приманку. Волк ест. Я иду. Аккуратно иду. Так. Так просто? Не повторяй этого в жизни. Так не работает. Но здесь работает. Мне нравится. Вы можете дать зверю команду напасть или отправить животное в определенную точку. Для прицеливания... прицельтесь с помощью прицела. И нажмите G, чтобы дать команду. Если ваш зверь ранен, подойдите к нему и покормите. В режиме выживания погибших зверей нельзя оживлять. Если вашего зверя убили, придется приручать нового. А, ну ничего страшного. Вот об этом я и говорил. А ты, харя такая. Вот такая. Об этом я и говорил. Зверей-то, по идее, много. И что дальше? Ну, пойдем, пес. Так, ну получается, что... Вот так. А обратно. А как обратно? Как? А. Нет, не так. А как? Одну секунду. Со зверями. Можно? Команда зверям. Стоп. Мы отправим животное. Точку. Прицельтесь с помощью. Нажмите, чтобы дать команду. А чтобы подозвать, вы можете дать зверю команду, напасть или отправить животное. Как насчет обратно его позвать? Q и выделите приманку, чтобы получить... Ничего не понимаю. А как призвать обратно? Вот с этой точки. Странно, что... Ладно, окей. Прикажите белому волку убить удом. Удерживайте правую и нажмите... Удерживайте, чтобы отозвать зверя. А, альт. Почему бы просто не зажать кнопку? Так. Фас. А он один здесь? А, ну здесь всего один. Опа. А, нет, он не один. Теперь один. И чё? Все? Ну все, понял. Б, чтобы открыть меню зверя. В этом меню можно позвать или отпустить зверя. И прокачиваете навыки хозяина зверя. Понял.
Хорош. А к шаману возвращаться надо? Это что такое было? Тихо. Кто там орёт? Тихо, волк, не ори. Быстрое перемещение? Ну, я в курсе. Кто-то где-то... Меня кто-то где-то прям видел. Это как так? Ой, это медведи, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, хоть один. Ну, естественно, он его задрал. Так, подожди, а надо ли нам вообще к шаману обратно? Или шаман в деревне уже? О, есть какая-то миссия? Полетели. Как? Стоп. Как? Как сюда переместиться? Стоп, как перемещаться? Еще раз. Шето? Ближний бой. Быстрое перемещение. Можете быстро путешествовать в деревню, чтобы строить и улучшить хижины. Быстрое перемещение. Нажмите M, откройте меню карты, нажмите и выберите быстрое перемещение. И чё? Я же выбираю быстрое перемещение. Недостаточно еды для быстрого перемещения. Серьезно? Я боюсь, что мы медведя пока не вывезем. Есть такое ощущение? А с этих... А, нет, с этих еда есть. Так. Давай тогда... Бум. Давай. Так-то оно побыстрее будет, наверное. Блин, волк, ты серьезно? Опа. Тихо. Это его усталость? Я надеюсь, она сейчас восполнится. Или его нужно каждый раз кормить? Так. А сейчас еды достаточно? Для перемещения? О, теперь достаточно. Посмотрим, что у нас тут вообще происходит-то. В целом и в общем. О, давай до утра. Да. Такар устал. Хорош. Интересно, выносливость восстановится или она восстанавливается только от еды? Было бы логично, если бы она восстановилась. Я был бы рад. О, я рад. Получается. Так, это какие-то... Это не сейла, это просто туземка. Хорошо. Это винджа. Так, у нас тут дома появились тем временем. Какие-то хижины. Так, сейла. Звери слушают твои команды. Скоро винджа прийти, увидеть хозяина зверей. Надо строить убежище, сказать людям винджа. Они жить здесь. Отстраивайте деревню. Ваша деревня безопасное убежище для винджа. Улучшайте хижины, разблокируя навыки и оружие. Ищите ресурсы для строительства по всему Урусу. Нажмите АХ, чтобы открыть меню деревни и меню мешка. Когда у вас будет достаточно ресурсов, отправьтесь в деревню и улучшите хижины. Ха. Хижина Сейлы? О, у Сейлы есть прям хижина. Так, допустим, шаман. Шаман? Ого, это у нас будет настолько большая такая широкая деревня. Да, да, сильная энергия, хорошая земля для винджа, но чего-то не хватает. Постройте дом. Священная хижина, лечить плоть и дух. Рассудок бы подлечить.
обошлась, в общем-то, недорого. Бальзаю! Бальзаю! Дакар! Окей. О, нам кое-что дали. Население повысили. Это что? А, о, дорого. Поконцы, там даже люди нужны, да? 40 человек, у нас 11. Так, Сейла что-то хочет нам сказать? Может быть, мы можем и там что-то построить? Я так понимаю, первые дома будут нам недорого, ну, обходиться. В конце концов, да? Три сланца не хватает всего лишь. Так, а что по сланцу вообще? Это кто? Ты кто? Смаркак. Смаркак. Это имя, наверное. Или это приветствие? Так, нам нужно немножко сланца. Точнее, всего два. Ладно. Давайте разберемся со сланцем. Я думаю, уже в следующий раз. А в тайнике может лежать сланец, например? Это я куда-то в другое место, да, уже залетел? Наверное, тут сланца нет. Ну да. Наверное, здесь будет чей-то еще дом. Окей. К Сейле подойдем. Хоба. Ой. А на этом все. Подписывайтесь на канал, паблик, Steam, Instagram. Ставьте все уведомления. И до встречи в следующей серии. Пока!